Исторические дома и центры данских городов должны быть сохранены. Правовую основу для этого сформирует Заксобрание Ростовской области. Как сообщает пресс-служба Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия», лидер данских единороссов Александр Ищенко поручил создать специальную межведомственную рабочую группу. Многие данские города уникальны своей историей, в том числе воплощенной в неповторимой архитектуре, заявил Александр Ищенко. Только в центре Ростова-на-Дону более 300 зданий, признанных объектами культурного наследия. И большой проблемой являются уникальные расселенные аварийные многоквартирные дома, снести которые точно плохое решение. Заксобрание области, опираясь на инициативу «Единой России», намерено найти решение для исправления ситуации, сохранения и бережного развития исторической городской среды. Возглавит межведомственную рабочую группу председатель профильного комитета по образованию и культуре Светлана Мананкина. И по ее мнению, восполнив пробелы нормативного правового регулирования, можно решить многие проблемы исторических центров. Законодателям следует срочно выработать эффективные правовые механизмы для сохранения уникальной исторической среды.